Кстати, отдельное спасибо, ребят, кто пишет комменты под роликами в Телеграме. Очень круто. Блин, я бы хотел бы побольше людей загнать в Телеграм, потому что я там всегда могу отвечать, всегда отвечаю. Могу писать там что угодно, выкладывать туда фотки и все такое. Здорово, народ, вы на моем канале, с вами, как всегда, Арти, это ваш любимый смайт, каточка на Ахиллесе, снова челлендж 10 казней, снова он не выполнен, но причину вы увидите, собственно, в самом ролике, я надеюсь, вам понравится, поэтому ставьте лайки на канал, подписывайтесь, читаю все ваши комментарии, спасибо огромное, вступайте, кстати, в мой телеграм-канал, и мы там очень-очень часто общаемся, буду вас там ждать, и погнали смотреть ролик. Челлендж от Гриза продолжается. Но это последняя моя попытка. 10 казней. Не делаю 10 казней, все. Кто-то ищет модератор. Мне нужен человек, который будет ставки делать. Который будет всегда на канале сидеть. Просто, допустим, Вафля всегда сидит. Астеринокс отказывался, жук, от моих предложений стать модером. Вафля всегда, но Вафля, по-моему, самобилы почти всегда. А ему вроде как неудобно просто. Кого, кого? Да, Вафля не делает, потому что он на мобилах сидит. Могу где-нибудь, где-нибудь. Хочешь быть модером на канале? Ошибка. Ошибка, родной, ошибка. Крипов ждем. Ну давай. Випка тогда спадет, да. Не, ну по возможности. Надо было казнить. Ага. Гзени в честь ДР. Так это больше мне нужно, чем Гзеню, я думаю. Просто если есть у Гзени возможность ставки делать, если он за компом всегда, то почему нет? Все от Гзени зависит. Я модерку дам только тем, кого, ну, прям давно знаю в чате. Тем, кто постоянно сидит. Если Гзень готов, то почему нет? Что, Гзеню я доверяю, как бы. Понял. Не, ну смотри сам. Хочешь, подумай. Спасибо, Парадокс, Тинч. Спасибо еще за соточку. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Блять, что ты поставил? Это же из этого, блин. А, не, это классный трек, все, я его перепутал, забавно, да. Классный ник у фолловера, у Парадокса. Парадокс — это парадокс моего канала, я так скажу. А, да, 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 я сам разберусь, фармить мне или не фармить. Великолепный трек, надеюсь, там 10 часов. А, у фолловера, господи, а у него донатеры. Дети доедали коня. Ну это странный ник, конечно. Не знаю, мы можем осудить, осуждаем. Трек, конечно. Я думал, у Парадокса ник. Мне ник Парадокса нравится. Потому что к нему можно применить любое выражение и сказать, вот там, типа, это Парадокс. Так, ладно. Мы можем казнить. И наша задача сделать 10 казней, чат. Я уже вижу. Кого бы я мог сейчас казнить, но ладно. Она его сама казнила. Ну нет, не так уж там все. А где Блант-то?
Блин, может быть, с Дибланта договориться и сделать челлендж? Пусть она мне 10 раз отдастся. Да, помню. Спасибо за донат, Хальс. Это кончено. Тынч. Парадокс, тынч, родной. Так это кончено, долбаемое. Долбаемое. Спасибо, парадокс, еще за сотку, тынч. Ты теперь навеселе, да, челлендж провалился? А вдруг у меня кто-то из представителей ДНС на стриме? Спасибо, Дукалис, спасибо, парадокс, спасибо, ребят. Блять. Я что-то накорнул с этого доната. Кидай единичку, чтоб не миснуть. Нормально. Им не привыкать, что их так называют, в смысле? Я бы успел, да? Я бы успел. Эй! Он не бэкнулся, прикинь, в итоге. Такой черт, конечно. Первый пошел. Это из-за трека. Это из-за трека. Откуда ты знаешь, как читает Google баба слепые псы? Кто вообще в донате пишет слепые псы, блядь? Ауи, ауи, та-та-та-рам. Да не, я понимаю, Дукалис, на самом деле я понимаю, когда ты покупаешь, ну, совершаешь такую покупку и ждешь, тебе говорят, вот, сейчас тебе дадут. И такие, ну, вообще не, не сейчас. И ты такой, чего, блядь? Я понимаю, я понимаю. Проблема, знаете, в чем? Просто парадокс не знает про эту проблему, и это парадокс для парадокса. Он сейчас за все мои эти стримы... Выкинет все свои треки, которые у него есть в голове. А потом что делать, парадокс? Okay. Слепые пэсы. Это мобы в сталкере? А, ну ладно. А то я сначала охренел, если честно. Я сегодня злой ходил, там чел на меня посмотрел на слот. Ну ладно, тебе выдадут. Главное, выдадут. Чуть-чуть потерпеть. Кстати, ноут нормальный, я хотел тебе на коммент ответить, забыл. Ну вот вроде ничего ж. А, кстати, отдельное спасибо, ребят, кто пишет комменты под роликами в Телеграме. Очень круто. Блин, я бы хотел бы побольше людей загнать в Телеграм, потому что я там всегда могу отвечать, всегда отвечаю. Могу писать там что угодно, выкладывать туда фотки и все такое. Вот. Теперь интересно, как произносят. Ну, ты можешь всегда, как бы, лисенок, пофиксить этот момент, ты же понимаешь. Ну, типа, узнать. Хорош. Блин, ну, Ахиллесе 10 казней вообще невозможно, мне кажется, сделать, нет? Вообще, в принципе, априори это невозможно. Не, ну, если еще миссать будут, то вообще невозможно. Спасибо, ДНС, тынч. Но у меня ведь правда могут люди сидеть в ДНС. Че вы смеетесь-то, блядь? А, я понял, да. Не, с Украины если не надо. Не знаю, как в дальнейшем будет, но, наверное, никак. Только если Киви есть. Через Киви можно, но через Киви нельзя этот трек ставить. Блин, обидно, прикинь, все донатеры с Украины отвалятся. А грустно. Блин, Дибланда так не хочется убивать. Но так хочется как бы... Получить... Как бы выполнить уже этот долбанный челлендж. Сложный. Просто не нужно обобщать. Ну да, да, я ж про то. Не, но он же...
как бы вопрос к сети, к самой. Вряд ли он имел в виду людей, которые там работают. Или еще что-то. Donation позволяет оплатить через Kiwi. Я же только что оплатил 3 раза. Ты через Kiwi кидаешь? Понял, принял, закрепил, как говорится. С телефона пропала функция изменения ника. А у тебя платно оплачен, господи. Типа оплачен этот? Ну, на Твиче вот этот куплен. По-моему, только с покупной функцией можно. Нет! Я убил, считается? Ладно, нет. Понимаю, что нет. Надо Харибду замутить. Спасибо, Тинч. Спасибо большое. Спасибо, родной. Спасибо огромное, ребят. Спасибо, Тинч, Тём, спасибо огромное. Блин, ребят, спасибо большое за донейшены. Да, я... Понятно, но этот челлендж никак не поможет. Ну, давай засчитаем. Да, не надо, давай по-честному. Я всегда только за честность. Килла не было, поэтому... Ну, как бы, килл был не казнью, поэтому нет. Давай, Стрингс, давай, приятного аппетита. По возможности заходи. Я дальше пойду в Horizon, наверное, после смайта. Horizon крайне мало смотрит, но как бы пофиг. Если честно. Окей, понял. Понял, где не понял. Сейчас сделаю. Не, где не правда нон-стопом сидит, Вить. Если бы ты нон-стопом сидел, всегда прям, я бы тоже тебя модером сделал. Что люди нужны, которые будут ставки делать, как бы, и все такое. Типа, это тоже мне помощь. Левай скатки и Go Horizon. Да блин, вы не сидите на Horizon, вы жопа, блин. Так. Лол, он меня видит, а слона не видит сзади. А, не, я просто сказал. Я просто ведь сказал. Как бы я... Не отказался, чтобы еще были модеры. Я видел. Не, блядь, прям за мной бегут. Две казни, чат. Я умер. Нормально. Два. Дирейн в модуле, может быть и Дирейн. Здорово, кисляк. Да слушай, мне ребята... Мне ребята закидывают челленджи, и я вроде как сейчас не особо за рейтингом слежу за своим. Если честно. Нормально. Может быть и Пеперуно. Так. Моды. Ты-три-ри-ри. А чё ты в штурмах, подожди. О, Тём Благодетель, кстати, не 50, а 75 закинул. Спасибо огромное. Помню батл Пеперуна и витамина на модер. Ещё 8 казней осталось. Да я в курсе, блин. Кулдаун нужен.
где-нибудь посмотри, я правильно написал? Проверь, пожалуйста. Да, все. Ну все, поздравляю с новыми этими. Для чего здесь модер вроде плохишей нету? А ставки чтобы делать? Как бы ставки смотреть? Ставить ставки. Ну и в целом, не, бывает. Ну вообще да, на моем канале очень мало токсиков или еще кого-то. У меня в этом плане модеры вообще не работают. Читайте человек от народа, плюс еще один. Будет вам ставки делать чат. На тото билд. Бля, попробуй посмотреть на смайтфар. Я тотом плохо играю. Я сейчас тебе насоветую, чат обсмеет. Либо напишите кто-нибудь чат. Ну по-любому есть кто тото мейнит, может быть. Блин, 14. Когда я пытаюсь выполнить Гриза челлендж, мы катки вообще, ну, в одну калитку выиграем. Это так не работает. Троллей много, но троллей... Это ж только в мою сторону троллят. В этом ничего такого нет, как бы. Ай! Ладно. Я просто слишком хорош на этих персонажей, понимаешь? Да, напиши Дукалису. Дукализу нужен. Да и троллят. Не, у меня все добрые, у меня все по-доброму троллят. Так, где тут кулдаун? И там, да, уменьшение перезарядки. Я думаю, логично будет так сделать. Они в 6 скорее нажмут, чем ты 10. Да, в том-то и проблема, понимаешь? Единственный шанс, реальный шанс мне был 10 казней сделать, это был Танатос. Но я там очень много намисал. Я потом из этого ролик постараюсь сделать забавный. Вот, но проблема была в том, что я там много намисал. Но и опять-таки, вот Танатос эскалирование от ХП идет вроде как, им проще сделать. На Укуанге я сделал 5, да, всего. Там тоже была в одну калитку катка. И здесь уже 15-5, ну что это такое? Ого, он мне как надавал. Ладно, ничего страшного. Донат СО по 5. Остается только тактический фит. Да, я уже думал, но это будет нечестно. Гриз, конечно, норм в этом плане. Он сказал, ты можешь делать вообще что хочешь. Ну, в плане... То, что не проворечит самому челленджу. Тактический фит начался? Да не. Тактический фит был только единожды, и это на Хоуэ. Привет, Василий. Так, чат, мне нужно будет сделать розыгрыш. Розыгрыш на... Даро, Пака, Тынч, спасибо за полтинник. Мое почтение. Или надо поднять донаты куда-нибудь сюда. Я хочу розыгрыш сделать. У меня остался еще один этот атлас новый. Я, наверное, его буду все-таки делать в Телеграме чат. Вот, поэтому по возможности на Телеграм подписывайтесь. Восклицательный знак ТГ, команда должна работать. А если не работает, я сейчас скину ссылку. Я там постоянно что-то пишу, и там постоянно могу с вами пообщаться. Неизвестно, как с другими соцсетями сейчас будет, типа инсты, там еще что-то. Не работает, да, ТГ? Ладно. Сука! Аегис. Дебланта я тебя не трогал. Фак, спасибо за донат, спасибо. Минус казнь. Да, они, наверное, либо не работают, либо сейчас я посмотрю. Скорее всего, не работают, потому что я их тоже не слышу. Так бы я их тоже слышал. Розыгрыш... Нет, розыгрыш нормального атласа. Да, да, я понял, почему не работает. Все, можете юзнуть еще раз звуки. Как тебе Шива, уже играл за него?
Да, я уже поиграл Шибой в соло, в джангле, в соло два раза, по-моему, поиграл. Не-не, звуки, ведь я про звуки. Телеграм я сейчас скину, а звуки должны работать. Ролик нет, нет. Ролик про Нилу планирую записать отдельно. Добрались, блядь, добрались. Не, там крутой скин на Атласа. Стилистика подачи контента очень похожа с NV 921, спасибо. Чтоб я знал, кто это, блядь. Годная нарезка последняя, спасибо большое. Я надеюсь, вам правда понравилась нарезка, потому что я вроде как старался. Вот, и уже скоро будет еще одна, скорее всего. Но просмотры нормальные на ней. Прошлые нарезки почему-то меньше набирали. То ли потому, что я название поменял у нарезки, то ли хз. Блин, клип прикольный. Спасибо, Дирейн, спасибо. Обожаю Чуи Крик. Ой, как я когда в Звездные войны упарывался, я тоже любил это все. Всегда так умилялся. Ветер до 27, нормально. Че, спала? Я тебя разбудил? Нет? Ладно. А у меня какой трек? Ты по клипу должна увидеть. Нет. Давайте, давайте, ФГ, давайте. Мне больше нравится нестабильный звук красных световых мечей ситхов. Я понял про что-то. Но звук, в принципе, светового меча — это имба. Это такая имба, что просто прям... Третья? Да, у Кайло Рена охренеть, что за меч. Просто охрененный. My name is my name. Тима мечты? Да, только они не сейчас мне нужны, блин. В этом вся проблема. Ладно, Дебланта не трогаю. Дебланта вообще не трогаю, чат. Не буду ее убивать вообще никак. Своих не трогаем. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Сидит в зале певица. Там написано. Там вот так в клипе танцуют. Чтобы вы понимали. Ну классно же трек, ну чего? YouTube, поставьте лайки, пожалуйста, на трансляцию. Буду премного вам благодарен. Ой, как он поймал. Молодец, слон молодец. Блин, я не знаю, зубчатая собирать, че не. Я еще уже, наверное, пофиг, что я буду собирать, да? Отвлекаться на чат и на клип. Да, у меня теперь клип прям вот в строке с донатами идет просто. Забавно. Не, ну я-то хорошо сыграл, но челлендж все-таки провален. Целиком и полностью, Грис. В любом случае, спасибо за попытку, но... Я не смог.